Ровно в 4 утра в Димитровграде у Вечного огня дань памяти погибшим пришли отдать участники традиционного тихого митинга. А в 10 часов на Аллее Славы собрались ветераны, школьники и представители городской власти. Уважаемые ветераны, обращаюсь к вам со словами благодарности ото всех жителей города Димитровграда и не только нашего города за то, что вы сделали для нас. За то, что, не щадя, еще раз повторю, свою жизнь, вы защитили мир на нашей земле. Спасибо вам и низкий вам поклон. Присутствовавшие на митинге ветераны без волнения не могли вспоминать тот далекий день, начало большой и тяжелой для всех войны. Я видел много за эти годы, 1418 дней. Все было. И горечь, вот как я сказал, отступление и радость нашего наступления. Минутой молчания собравшиеся почтили память погибших в Великой Отечественной войне и тех ветеранов, кто не дожил до наших дней. К Вечному огню по традиции возложили цветы. Татьяна Лисеева, Анжелика Боровинок, новости Димитровграда.